Здравствуйте! Мы с вами приближаемся к логическому завершению нашего курса, и тема сегодняшнего занятия, наверное, одна из самых сложных – это определение основных понятий, таких как художественный стиль, направление и творческий метод. Категория стиля является основополагающей, при этом совершенно неуловимой, когда речь идет про анализ и описание произведений изобразительного искусства. Главная сложность заключается в том, что, во-первых, стиль в чистом виде встречается крайне редко, скорее возможно говорить о стилеобразовании. Постоянно есть некоторые наслоения, и мы для того, чтобы облегчить понимание этого вопроса, будем опираться на концепцию Ленинградской и Петербургской школы искусствоведения, то есть на труды таких авторов, как Татьяна Петровна Знамировская, Татьяна Валерьяновна Ильина, Виктор Георгиевич Власов и другие. И скажем о том, что кроме вот тех сложностей, которые мы назвали, стиль – это есть непрерывно развивающееся явление. Кроме того, он достаточно находит ограниченное применение, потому что в ряде исторических эпох, в ряде этапов развития истории искусства существуют так называемые внестилевые явления или внестилевые мастера, то есть творчество которых или широта явления, оно превосходит рамки одного узкого стиля. Нагляднее всего, это тоже сложность, художественный стиль, он прослеживается на примере архитектурных памятников и, как это ни удивительно, на примере орнамента. Существует такое образное определение о том, что орнамент – это есть почерк эпохи. И в рамках изобразительного искусства, которому посвящен наш курс, предполагается более стремительное развитие, яркая творческая индивидуальность, поэтому понятие художественного стиля, еще раз повторю, оно достаточно сложно для определения. Если мы посмотрим с вами на образцы работ одного и того же мастера, в данном случае это Микеланджело, мы увидим, что ранние работы, зрелое творчество и поздние произведения, они могут быть отнесены к совершенно разным явлениям и иметь совершенно разные характеристики, то есть начиная от переосмысления античной классики и вплоть до каких-то реминисценций поздней готической эпохи. До эпохи Возрождения крупные исторические стили не встречаются, как это принято в той литературе, которую мы назвали в самом начале. Стиль – это сравнительная категория, которая заключена между разными произведениями. Поэтому в рамках стилистического анализа, который, конечно, является таким высшим пилотажем при анализе и описании произведений искусства, так вот, стилистический анализ, он заключается в том, чтобы выявить закономерности и перейти к определенному обобщению. Поэтому всегда, анализируя ту или иную картину, нужно рассматривать ее в контексте. Как в контексте творчества самого художника, так и в контексте той эпохи, когда он работает. Кроме того, стиль как явление, он непреднамерен, то есть он появляется сам собой. Если же речь идет о намеренном выборе, то тогда скорее удобно говорить о стилизации. Поэтому вот этот тоже момент, его нужно зафиксировать, что если художник имеет преднамеренное решение, что он будет работать в рамках того или иного стиля, то тогда удобно говорить о стилизации. И стилизация, в отличие от оригинала, она всегда определяется такими качествами, как эклектизм и сухость, и некоторая жесткость, особенно в формальных элементах. И в истории искусства, в истории живописи мы знаем много таких примеров, когда художники, они избирали какой-то стиль или какую-то культурно-историческую эпоху в качестве источника вдохновения. Перед вами несколько примеров такого рода. Речь идет о 18 столетии и об интерпретации мотивов искусства рококо на рубеже 19-20 века. В частности, это произведение Сомова. Здесь идет речь об интерпретации мотивов искусства первой половины 19 века, тоже в рамках творчества художников объединения мир искусства. И вот эти сложности, которые мы с вами коротко назвали, их всегда нужно иметь в виду, когда речь идет о стилистическом анализе. Кроме понятия «стиль», если это покажется уместным, можно использовать и другие такие термины, например, исторический тип искусства или историко-региональный тип искусства. Это, наверное, упростит задачу, поэтому такие определения также можно использовать. И сейчас мы с вами коротко перечислим вот в определенной иерархической последовательности, то есть по мере убывания от наиболее общего к наиболее частному, те понятия, которые можно применять при анализе и описании картины. Самое широкое явление, самое широкое понятие – это понятие художественного направления.
В основе художественного направления всегда лежит определенная идеология. Здесь мы говорим о способе формирования образа и, как следствие, о трактовке формы и об организации формы. В рамках Ленинградской школы искусствознания выделяется 4 направления. Это религиозно-символическое, классическое, реалистическое и романтическое. Приведем несколько примеров. Религиозно-символическое направление – это, в первую очередь, искусство Древнего Египта, Передней Азии, средневековых Индии и Китая, христианского средневековья, как западноевропейского, так и восточнохристианского. Это направление характеризуется ритуальным характером, отсутствием четкой классификации жанров и предельной конкретностью, то есть наглядностью изображений. Классическое направление – это художественная культура Древней Греции, Древнего Рима, эпохи Возрождения, эпохи классицизма и так далее. Реалистическое направление – это искусство 17 века, это искусство века Просвещения, и это многочисленные реализмы, которые мы знаем на протяжении эволюции искусства. Реализм критический, реализм социалистический, неореализм. Про реалистическое направление хочется сказать чуть подробнее, потому что чаще всего на Олимпиаде или на вступительных испытаниях предлагается анализ именно картины, которая относится к живописи реалистической. Так вот, реалистическое направление, оно предполагает изображение или интерпретацию типического характера в типических обстоятельствах при сохранении индивидуальных особенностей. Сюжеты, которые преобладают, и, соответственно, жанры, это то, что связано с жизнью, с реальными типическими обстоятельствами. Способы изображения, которые художники выбирают, они основаны на передаче внешнего мира в его собственных формах и в объективных закономерностях его бытия. Чаще всего мастера используют естественные приемы при композиционном построении. И чаще всего речь идет о форме, которая простая, с простыми яркими светотенями, со строгими сильными очертаниями. То есть характерные образцы перед вами, скажем, это творчество Караваджо, работа, которая относится к концу 16-го столетия, гадалка. Это творчество мастеров 17 века, в частности, Ян Вермеер Дельфский, девушка с письмом, кружевница и другие. Это эпоха реализма в европейском и русском искусстве, это Гюстав Курбе, это, конечно, творчество передвижников, перед вами вот работа Репина. И если говорить о неореализме, то здесь можно в качестве примера привести работы итальянских художников, в частности, перед вами картина Ренато Гуттузо, которая относится к 60-м годам. Далее мы назвали романтическое направление, и на этом характеристика этого самого широкого понятия заканчивается, и мы переходим к следующей в иерархии. Вторая ступень – это исторический художественный стиль, который связан с исторической эпохой, и таким образом это облегчает задачу, потому что есть конкретная привязка. Третья ступень в этой иерархии – это историко-региональный художественный стиль. Здесь в качестве примера можно привести, например, скажем, итальянское барокко или немецкое барокко или московский классицизм. То есть здесь еще больше мы говорим об уточнении того или иного понятия. Следующая ступень в этой иерархии – это стилистическое течение, например, палладианство, палладианская архитектура как характерный пример именно такого рода. Здесь можно рассматривать различные образцы, например, произведения, которые относятся к русской архитектуре 18-го столетия. Это Таврический дворец, второго характерный пример палладианской архитектуры. Или, например, Александровский дворец Кваренге в Царском селе. Или, например, Большой дворец в Павловске Чарльза Камерона. То есть многие образцы и многие памятники являются примерами такого рода иерархии. Пятая ступень – это понятие художественной школы. Художественная школа предполагает объединение мастеров по каким-то общим признакам. Здесь чаще всего нужно помнить о том, что большое значение имеет роль мастера или учебного заведения. Так в истории искусства приняты такие устойчивые словосочетания, как «школа Рубенса», «мастерская Феофана Грека» или, например, «школа Академии художеств». То есть здесь предполагается некая преемственность. И вот в рамках данного курса мы с вами уже видели некоторые произведения представителей академической традиции, называли картины таких художников, как Лосенко и другие. И вот еще несколько образцов такого рода – это мастера, которые являются представителем именно академической традиции – Федор Бруни, Александр Иванов и прочие. Шестая ступень в нашей иерархии – это индивидуальный стиль мастера. Индивидуальный стиль мастера, то есть отдельного художника, здесь предполагается уже понимание индивидуальных особенностей и техники в том числе.
Седьмая ступень – это художественный стиль отдельного произведения. Часто можно слышать такие фразы о том, что вот работы раннего периода, они отмечены высокой степенью детализации, а работы позднего периода, они, наоборот, характеризуются большей степенью обобщения, более фактурной живописной поверхностью. Вот в качестве примера можно привести несколько работ. Это творчество Павла Андреевича Федотова, художника, которого мы уже упоминали в рамках нашего курса, работа 40-х годов, которая отличается особым построением, и работы, которые относятся к 50-м годам. Мы видим, что вот это изменение индивидуальной манеры, оно обладает большим значением при анализе. Вне иерархии, то есть мы заканчиваем характеристику того, что есть направление, стиль и так далее, находится понятие творческого метода. Творческий метод – это способ отбора и обобщения художественного материала, это принципы и закономерности творческого процесса. Конечно, творческий метод, он зависит от личных предпочтений и дарований творца, но в то же время он зависит от времени, эпохи и стиля. Так, например, Павел Флоренский, выдающийся теоретик искусства, он выделяет два творческих метода – это реализм и иллюзионизм. Реализм перед вами – и в качестве иллюзионизма можно рассматривать, например, барочные росписи. Методика – это система средств и способов, то есть правил творческого процесса, которые являются закономерным следствием творческого метода. В частности, методика работы того или иного мастера, она связана с техникой. Например, перед вами работа художника французского 80-х годов XIX века, это Жорж Сюра, «Воскресная прогулка на острове Гранд-Жат». И этот мастер является основателем и лидером неоимпрессионизма. Это особое явление в французском искусстве, которое иначе называется дивизионизмом или пуантилизмом. И вот в данное понятие вложено именно понимание методики. То есть Жорж Сюра и его сподвижники, они, изучая законы оптического восприятия, использовали нанесение краски мелкими точечками, которые в результате оптического смешения давали впечатление того или иного цвета. То есть чистые цвета наносятся отдельными маленькими мазками, которые похожи на точку. Отсюда и наименование – пуантилизм. Жорж Сюра и вот Поль Синьяк, который был наиболее таким рьяным последователем Жоржа Сюра, и еще несколько его произведений. И, подводя итог, скажем, что понятие стиля – это всегда некое целостное явление, а вот понятие стилистика в большей степени будет связано с набором отдельных элементов. Поэтому, когда мы описываем картину, важно разделять такие понятия, как стилевые особенности и стилистические особенности. Первая характеристика, она более широкая, более обобщенная. Вторая, напротив, более узкая, потому что она связана с определением отдельных обособленных элементов, свойств или качеств. И эти моменты важно учитывать, потому что при описании произведения искусства в первую очередь желательно использовать верную терминологию, которая покажет глубину вашего проникновения в прекрасный мир искусства.